Торцой, некоторые другие выдающиеся люди занимались кочегарным делом. Вот. Вот, да. Это да. Она и сейчас существует, но сейчас она уже там убрали котлы, и сейчас это уже просто как бы музей. Музей. Да, музей. Но там тем не менее будет концерт. И да, да. Начало 19:30, и я, между прочим, собираюсь поехать туда. Вот. Так что вот кому интересно, может вам или вашим друзьям съездить в прекрасный город в белые ночи и непосредственно вот принять участие в, во всенародном празднике. А мы начинаем. Вот рядом. Вот он издал вот такой вот диск, винил двойной, на мягких лапах. Да. Но не только я, Алис. Да. Здесь Константин Рябинов голоса, Сергей Летов саксофон. Да. И много Александр Бравко, губная гармошка. Вот сам Коев. И все это издано, напечатано в Соединенных Штатах Америки. Да? Да, вот имейте в виду, есть и компакт-диск такой вот, и на мягких лапах, и винил. Вот такая информация к размышлению. Спасибо. Спасибо. Как это? Нет, это все стиска вообще нормально. Она совсем фактовая. Но воздух. Thank you.
Thank you.
Thank you.